Чувашии подвели итоги конкурса «Активный донор». Идея донорства сегодня переживает второе рождение. 140 литров крови и 100 человек. Активный донор в цифрах. Участники конкурса – кадровые доноры. Они сдают кровь и ее компоненты чаще 3 раза в год. Доноры обязательно 2 раза проходят медицинское обследование, и именно к ним в первую очередь обращаются, если нужна помощь. Здоровые доноры – гарантия безопасности и сохранения жизни пациентов, которым срочно понадобилась чужая кровь. Вообще конкурс придуман для того, чтобы замотивировать ребят, кадровых доноров, активнее проявлять свою донорскую позицию и вовлекать больше молодежи, потому что у нас конкурс до 30 лет, вовлекать больше молодежи в донорское движение, так сказать, их поощрять. Сам конкурс проводится уже 4-й год подряд. За это время количество участников выросло вдвое. Дмитрий Патеров сдает кровь каждые 2 месяца. На его счету уже 15 донаций. Он не только сам сдает кровь и ее компоненты, но и активно пропагандирует донорское движение у себя в вузе. На данный момент более 80 студентов активно сдают кровь каждый месяц. Я хочу стать почетным донором. Для этого нужно сдать 40 граводач или 60 плазмафереза. Кровь сдавать не страшно, так как все инструменты, которые используют, они стерильные. Акт кроводачи, она только помогает организму стать крепче. Катя Волкова совсем недавно пополнила ряды. Она сдавала кровь 3 раза. Признается, что сначала ей было очень страшно, но после 1-го раза поняла, бояться нечего. Ну, на самом деле в этом ничего страшного нет, потому что ты приходишь, делаешь как доброе дело. Я считаю, что донорство нужно, потому что подключится намного больше людей и больше шансов спасти какую-то жизнь. И Катя, и Дима в этом году получили звание «Активный донор», как и еще 8 человек. В 10 раз больше заявок подали на конкурс. И это наглядное подтверждение тому, что с каждым годом увеличивается количество неравнодушных. Юлия Важенина, Борис Андреев, Республика.